Сотни литров французских духов отправили на свалку сотрудники столичной полиции. Действительно, иностранным на многочисленных упаковках с парфюмерией было только название. Остальное производили в нескольких автомобильных боксах на территории одного из поселков Московской области. В гаражах оперативники обнаружили многочисленные цистерны с ароматизаторами, а также флаконы, картонные упаковки и поддельные этикетки. По версии следствия, прежде чем попасть на прилавки, сомнительные товары проделывали настоящее путешествие. Под видом оригинальных товаров всемирно известных фирм-производителей, таких, например, как Chanel, Dior, Armani или Boss, нелегальная продукция поставляется из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов на территорию Украины, а затем автомобильным транспортом ввозилась в Россию. Полицейские выяснили, из гаражного кооператива духи отправлялись на прилавки небольших магазинов и рынков. Часть поддельной парфюмерии была расфасована по коробкам и готова к отправке в припаркованных рядом фурах. Но большую часть контрафактного товара полицейские изъяли на одном из московских рынков. Всего на склад временного хранения отправили 16 металлических контейнеров. По предварительным оценкам, ущерб компаниям-правообладателям брендов составил не менее 90 миллионов рублей.